Так, ребят, ну что, вещаю прямиком из Дубая. Страна очень строгая, очень жесткая. Мы, в принципе, готовы ко всему. За неделю нужно сделать столько, что просто страшно подумать. Как правильно фотографироваться с дорогими машинами? Вот так вот. Не, ну выглядит очень эффектно. Этажом выше снимает офис Павел Дуров. Сейчас посмотрим, что здесь происходит, как это все выглядит. Всем привет, добро пожаловать в новый выпуск. Это нетипичный для нас ролик, это будет целый влог. Влоги уже ушли в закат, но мы постараемся сделать это интересно, потому что мы собираемся лететь в Дубай уже завтра, мы будем там. О чем речь? Куда мы летим? Встреча Young Business Club. Хотим разобраться, как работают бизнес-клубы. Достаточно интересное направление, сейчас очень популярны в целом бизнес-клубы. Young Business Club – один из самых популярных. Мы встретимся с его основателем, пообщаемся, узнаем, как это работает, кто платит деньги для вступления и зачем. Мы встретимся с Николаем Удянским, это топ-10 блокчейн-предпринимателей СНГ. Узнаем, что вообще биток, куда он там пойдет, вернется он к 1000 долларов или взлетит до 100. Встретимся с Жоржем Пионовым, основатель Аргентины Гриль, один из лучших ресторанов в нашем городе, в целом очень хороший ресторан в Украине. Еще порядка 3 интересных будет встреч. Василий, основатель Billion Groups, ребята продают недвижимость на рынке Дубай, а это просто, это золотая жила, да, то есть покупаешь квартиру за 1 200 000, она уже через пару месяцев стоит 1 300 000 400, там очень интересные есть кейсы. Поэтому сразу перемещаемся в Дубай, пишите комментарии, как вам вообще заходит такой контент, потому что у нас очень много интервью и очень мало лайва. Честно скажу, лайв это непривычно снимать. Я привык, что ты приходишь, общаешься, а тут такой контент, где нужно носить с собой камеру, которую вот я сейчас оставил в машине. И будем просто вот снимать, что получится. Такой пилотный влог. У нас до этого были влоги, но они были вообще прям максимально пилотные. А этот первый просто пилотный. Так, ребят, ну что, вещаю прямиком из Дубая. Такая квартира, нашли на Airbnb. План какой? План грандиозный. Неделю здесь, за неделю нужно сделать столько, что просто страшно подумать. Ряд договоренностей уже есть по съемкам. Прилетел Евгений Чичваркин, тоже с ним на связи, возможно, запишем интервью с ним. В общем, очень много, очень интересных тем. Мы сейчас бежим на пробежку, как это ни странно, здесь в Дубае собираются сильные предприниматели, наши ребята с Украины, с России, вот, и устраивают каждый день пробежки. Собираются вот здесь под Риксосом и бегут не знаю куда. Вот, сейчас посмотрим, что здесь происходит, как это все выглядит. Так, Вадим, у тебя второй вопрос. Сколько ты в Дубае? Как сейчас здесь находишься? В Дубае уже больше месяца. Вообще, в принципе, в каждом году бываю там месяц-два, посещаю Дубай. Сейчас, ввиду того, что везде там локдаун и все закрыто, мы вообще приняли решение развивать здесь IT-холдинг. Поэтому я приехал непосредственно с целью построить миллиардный IT-холдинг. Я слышал, что компаний. Вы занимаетесь привлечением инвестиций под стартапы, насколько я правильно понимаю. Немного не так, инвестиции мы не привлекаем. Вы сами мы сегодня вместе с технопарком Синергия создали офис трансфера технологий, где любые стартапы, команды, ребята могут прийти, предложить свой проект, и мы его рассмотрим в рамках этого проекта, плюс они могут у нас остаться в акселераторе, в инкубаторе. Это ваш инкубатор? Это мы уже создаем вместе с Синергией его. Для нас очень важно выстроить мостик между арабским миром и Украиной в плане инвестиций. Подключаем венчурные фонды. Сейчас лондонский венчурный фонд на переговорах с нами. Классно. Пока находимся здесь, хотим создать ту инфраструктуру, чтобы проекты, которые находятся в Украине, команды, которые проводим хакатоны, могли получать хорошие инвестиции. Вот, пожалуйста, здесь ребята создают здесь проекты в Дубае. Привлекают инвестиции. Сегодня туман, бежим уже минут 10. В общем, так камеру передаем как факел, потому что это самое тяжелое, что оказалось сделать, это бежать и нести тяжелый кап со стабом. Очень красиво. Таким пробежкам мы, конечно, подготовлены, потому что мы, в принципе, готовы ко всему, чему можно. Ну что, Сережа, как ощущения? Не забываем. На самом деле, нам было бежать не так сложно, как Сережа со всем этим оборудованием, с вот таким рюкзаком. И тем не менее, мы почти финишировали. Мы сделали легкую паузу для того, чтобы подвести итоги. Но мы все еще на дистанции. Офигеть, здесь просто непередаваемая сегодня картинка. Здесь просто максимально красиво. Туман делает это место каким-то, как в фильме или как в GTA 5. Вот такие у меня личные ощущения, воспоминания. У нас сегодня еще большие планы. Завтра мы встречаемся с предпринимателем Колей Удянским. Поговорим с ним о его направлении. Напомню, он, кстати, сделал криптобиржу в Китае. Достаточно огромный, успешный проект. Вот, и здесь, в Дубае, он уже, по-моему, около года.
живет, тусит, работает. Узнаем вообще о особенностях его направления. Биток – это Мона Лиза. В течение 10 лет, я думаю, фиатных денег не будет вообще. Я верю мнению людей, которых невозможно купить. Так, ну мы сейчас находимся в бизнес-центре, который находится на Марине. Чем он примечательный? Этажом выше снимает офис Павел Дуров. И это действительно так. Он очень скрытный человек, на самом-то деле все это, в принципе, так знают, но не суть. Надеюсь, что со мной будет все в порядке, я, в принципе, не раскрыл адрес этого офиса. Здесь примерно сколько квадратов? 350. 350 квадратов. Нам он, в принципе, подходит под наши задачи, но, честно скажу, мы не собираемся пока его снимать. На самом деле, Санёк держит здесь бордель, и это немножко закрытая тема, поэтому он об этом не распространяется. Но важно понимать, что это такой же бизнес, как и любой другой, со своей операционкой, со своей бухгалтерией и так далее. Поэтому то, что делает Саша, для меня это просто, ну, как бы огромная пласт работы. Я все время удивляюсь, как он все это делает, не останавливается, ищет новых шлюх, там что-то, какие-то проблемы, одна уехала, переехала, там кто-то не заплатил. Вот вчера была буквально ситуация, клиент вызвал и тупо не заплатил. Санёк сам этот вопрос решал, он весь пока в операционке, хочет найти SEO. Расскажи подробнее. Да ну что, сложный бизнес, как бы налоги там, как бы квартиры дорогие, как бы запросы у всех большие, как бы эскортниц много, как бы как-то решаем, как-то двигаемся понемногу. Mm-hmm. Но, как бы, то есть у тебя цель масштабирования на что? На весь мир масштабироваться, да. Везде, чтобы были, как бы офисы главные. Не, а если серьезно, Саше 22, он занимается арбитражом трафика и, в принципе, имеет какой-то большой твердый результат в этой теме. До этого он занимался диджитал-маркетингом, поэтому для многих наших подписчиков это такой вот собирательный портрет. Расскажи, вот на каком ты сейчас этапе, куда уперся, что вообще у тебя, какая картина? На том этапе, когда я максимально сейчас загружен, максимально сам все делаю, но уже вот мне буквально недавно появилась помощница, и, в принципе, вот сейчас основная цель – это перерасти в команду и там, в идеале набрать там 5-10 человек и с ними двигаться. Второй человек, у него агентство недвижимости, и они занимаются элитной недвижимостью. Рынок недвижимости в Дубае, это очень максимально интересно, что вообще покупают люди вот в этом здании. Поэтому интересно узнать, что по ценам, какие цифры, как это быстро окупается. Америка не покупает Дубай с 10 миллионами долларов вот так, застройщику в пакете. Что интересно на рынке недвижимости Дубая для инвесторов? Налогов в Дубае нет, только 250 тысяч долларов минимально, то, что можно купить. Вы добавляешь вес, мышца растет. То же самое происходит с мозгом. Прадед начал, да, там, вести, ну, этот, да, бизнес. Ну, да. Мы знаем, как это делать. Да, обращайтесь. А сейчас небольшой урок для всех тех, кто путешествует и хочет крутые фото в Инстаграм. Как правильно фотографироваться с дорогими машинами? Первое, подходим и делаем вот так вот. Смотрите, ребят, ножку сюда, вот так вот ножку и ручку. И улыбаемся. Это первый момент. Второй момент, это самое классное, это вот так вот. Желательно смотреть куда-то вдаль, улыбаться. Ну и третий вариант, самый классный, это вот так вот. Это был урок, как правильно фотографироваться с крутыми тачками, когда вы путешествуете. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Антон. Спасибо. Ребята, сейчас я иду на встречу с Алексом. Кто не знает, это создатель Инвольты. Это большой холдинг, в котором входит очень много проектов. И также это, по сути, медиапродукт в Инстаграм. У них есть YouTube. Они о технологиях, о инновациях, о развитии. Алекс занимается много чем, на самом деле. У него очень много проектов. Я вообще в шоке от того, как он может все это вести. Основной его продукт – это IT-компания, а также он очень сильно активно участвует, инвестирует и разбирается в криптовалюте. В каком-то вот из этих небоскребов он живет. Посмотрим, как вообще обстоят дела с жильем в Марине. Пообщаемся с ним. Light режим. Вот. Но глобально Алекс один из тех людей, которых я очень уважаю, потому что они как Стив Джобс, они типа think different. Вот, он чем-то мне напоминает Павла Дурова своими какими-то, скажем так, принципиальными позициями в некоторых вопросах. Вот, ну и масштабом в какой-то степени. Давайте посмотрим, чем Алекс мотивируется. Это квартира на Марине, и просто давайте заценим этот вид. Это просто нужно показывать. Вот так вот это выглядит, в принципе. Я уже снимал на сторис. Суть в том, что здесь видно каждую квартиру. То есть ты видишь,
видишь каждого человека, ты видишь, камера не передает вот все это ощущение, оно такие масштабы. Это очень красивое здание со стороны. Будет соседи, предположим, что тут Джо. Можно упасть, свалиться. Как бы здесь есть все. Мало кто знает, расскажу вам секрет, но Алекс играет на пианино и наслаждается вот таким. Слушай, а мне интересно, большая разница в стоимости первого этажа, например, и последнего? Сколько? Я не смотрел. Во-первых, первые не продаются, конечно. Понимаешь, у меня задача была найти именно идеальный этаж и идеальный вид. Поэтому я не особо вдавался, честно говоря. Даже если первый этаж стоит в 3 раза дешевле, то ну, зачем они его вообще распродать? Ну да. Понимаешь? Не, просто он, наверное, на самом деле стоит в 3 раза дешевле, потому что, ну, это реально, это как покупать, я не знаю, Бентли, но, блядь, с мотором Таврия. Без мотора. Ну да, или, вроде как бы и Бентли, но а смысл? Здесь смотреть можно куда угодно, то есть здесь просто залипать. Можно смотреть, как кто-то плывет в бассейне, как кто-то плывет на яхте, кто-то разговаривает по телефону, кто-то готовит себе яичницу. Между теми двумя домами, там садится солнце здесь. Вот сейчас, в это время года. И поэтому ты видишь, как меняется небо. Сначала этот дневной пейзаж, он совершенно отличается от всего этого. Он такой яркий, солнечный. Потом закат. Там можно вот поймать солнце как раз между вот этими двумя домами. Потом становится ночная жизнь, вот эти яркие цвета, фиолетовый, красный и все такое. Это просто видите, как кому, насколько это уже продумано. У нас покупаешь квартиру, думаешь, так, ну, 2 года жить не буду, потому что пока все ремонты поделают, лучше там где-то на даче, как бы. Тут ты покупаешь, уже все сделано, то есть ты просто заезжаешь, живешь и не паришь. Да, вообще надо жить таким образом, чтобы поддерживать себя всегда в отличном настроении и расположении. Это твоя настроение. Первая квартира, которую купил или нет? Здесь? Ну, надо в Дубае, Да, да, да. Первая. Так. А мы едем на съемочку. Основатель Аргентина Гриль, это ресторан в Харькове и не только. Теперь еще 2 ресторана в Дубае. 2 основателя, Павел Мороз, если не ошибаюсь, и Георгий. Сегодня будет интервью непосредственно с Георгием, он находится в Дубае. В принципе, будет интересно. На самом деле у нас рестораторов не так много было. Был Дмитрий Борисов. Интересное было интервью, хотя и очень короткое. Потому что, во-первых, мне интересно узнать особенности ведения бизнеса в Дубае. Вроде бы, как бы, с одной стороны, здесь очень мало налогов, якобы, да, но они, на самом деле, очень по-хитрому сделаны, они там вшиты в какие-то прайсы, и, по сути, налоги здесь, как бы, есть. Страна очень правильная, очень строгая, очень жесткая в каком-то смысле регулирования, поэтому насколько здесь сложно вести бизнес, или, наоборот, это дает тебе какое-то понимание правила игры, и ты, в принципе, принимаешь и наслаждаешься, вот как-то так. Ну, вот интересно насчет цепи, например. Ну, да. Это все полностью в этом была твоя участие? Эту инсталляцию делали очень долго, да. Очень прикольно. Мне нравится вообще. Не, ну выглядит очень эффектно. Вот такого плана оборудования. Это я показывал в прошлом интервью. Вот. Это DryAge. У нас большая камера DryAge на том ресторане. Здесь она уже просто готовая. Мы сюда привозим. Ну и тут нарезают, и гости кушают ее. Очень люблю открытую кухню. Это такое, это решение с точки зрения доверия. Это же, помнишь, наша ценность – открытость. Открытость. Она же открытость не только со стороны там, бизнеса или всего остального. Мы открыты, ты можешь посмотреть, как обычный гость. Как режется, как что делается. Все готовится, тебе покажут любую заготовку, мясо, которым мы работаем. Это открытость же как ценность для гостей. Если они видят, что ты открытым, они могут посмотреть, как все готовится. Что? Они тебе больше доверяют просто. Ты ничего не скрываешь. Это Леша, это, собственно говоря, основатель Young Business Club Дубаи. Мы как бы не планировали встречу, ты уже попал на интервью. Кто-то только начинает какие-то шаги в бизнесе, кто-то какой-то имеет там твердый результат. И многие, да, там задумываются там вообще о вступлении там, в клубы. Есть там очень много сейчас каких-то предложений. И как ты для себя обозначаешь, что вот конкретно, например, Янга, что дает клуб? Когда меня спрашивают, что дает клуб, я в ответ спрашиваю, что вы хотите получить. По самом деле, вот когда вы сами себе сможете ответить на вопрос, что вы хотите получить, тогда я смогу это дать вам ответ, получите вы или нет. У нас через полгода проходит продление членства, да, то есть первых полгода это кандидатство. И у нас есть обратная связь через полгода. Я составил рейтинг 4 самых частых ответов, да, когда спрашиваю, что вы получили в клубе за этих полгода. В общем, ответ номер 1, это практически каждый человек говорил, это среда. Как Косипов говорит, банка с солеными огурцами, то есть ты попадаешь и маринуешься там с ними. Вот, это раз. Второй ответ, клуб дает организованный досуг под ключ.
конкретно, когда ты откроешь приложение, можешь почитать, что каждый день какие-то активности, тебе не нужно думать, там, куда сегодня пойти, ты просто можешь открыть, и там люди за тебя организовали. Ответ номер три по частоте – это опыт, потому что пир-ту-пиры, никогда не ешь в одиночку, когда ты встречаешься с одноклубником и там задаешь какие-то свои вопросы, а он говорит, слушай, а я это уже решал, или мой друг это решал, вот такой. Ну, короче, вот окружение, контакт. То есть уже как бы... Да, да, то есть обмен опытом – это номер три. И номер четыре реже всего называли, но это инвестиции, партнерство, финансы, да, то есть... Ну, это, по сути, тоже как окружение, только конкретно под решение, да? Под... Да, ну, мы сделали срез, у нас, получается, 80% предпринимателей – это такие, которые сейчас в активной фазе роста, им не хватает оборотных средств, им нужны финансы, да, или партнерство, которые их усилят. А 20% – это те, которые уже добились такого результата, когда им, ну, уже есть куда инвестировать, и есть эти деньги. Отель «Хаят». Почему мы здесь? Сегодня открытие Young Business Club непосредственно в этом городе. Собралось 300 мощнейших предпринимателей. Поэтому сейчас посмотрим, кто здесь находится, какая здесь атмосфера, что тут происходит. Там сейчас, кстати, уже выступает Евгений Чичваркин, скорее всего. Вот. Ну, а мы пока, скажем так, сделаем обзор. Столько, чтобы в любой момент любому своему родственнику или понравившемуся человеку ты можешь оплатить медицинский самолет и провести операцию любой степени сложности, как то пересадка костного мозга, либо долгое лечение от химической атаки в Шарите. Ну и вот, наконец-то, встретились с известным предпринимателем. Можно вам пару вопросов? Конечно, да, слушаю. Расскажите, как достигли вот непосредственно успеха? Ну, знаете, стоит достигать всего, чего хочется достигать. Всем всего. Хорошего. Класс. Спасибо большое вечера. За открытые вопросы. Ребят, это был один из самых ведущих предпринимателей Украины, Никита. Боже, это просто вырезать. Клубы – это реально классное перспективное направление, если правильно к нему относиться, если правильно их организовывать, в этом есть большой результат. Вот даже здесь мы в Дубае, я реально не чувствую, что мы в другой стране, потому что мы общаемся со всеми на русском. Очень много людей с моего города, с Харькова, с Киева. Поэтому, если меня спросить о моем отношении к этим клубам, я отношусь нормально, я считаю, что можно вступать. Нужно просто понимать, для чего вы это делаете, что хотите получить. Если вы это четко можете сформулировать, тогда клуб вам это может дать. Если вы просто хотите вступить в клуб, чтобы что-то изменить в жизни, это никуда не приведет. С вами был Антон Осипов на передаче «Путешествуй вокруг страны».